Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова узнала, что Сергей Кучеров поддерживает общение с бывшей девушкой. Юля взбесилась и даже предложила, чтобы бывшая пассия Сергея пришла на Дом-2 вместе со своим ребенком. Как вы помните, Маша Кахно сразу отказалась строить отношения с Артемом Волковым. Но он написал пост, в котором обставил все так, как будто она ему не понравилась. «Машенька, если ты меня не вставляла, значит есть причины», – пишет он. «Так чеши далеко, девочка». Захар Соленко вернулся на поляну. Он пытается возобновить отношения с Лерой Фрост. Но она категорически отказывается его прощать и вовсю флиртует с Никитой Шелюковым. Из недавнего эфира стала известна причина, по которой Алексей Купин попал в больницу. Он ругался с Майей Донцовой и просил ее не пить. И на пике ссоры Алексей ударил рукой в стеклянную дверь. Он сильно рассек вены на руке, поэтому пришлось вести парня в больницу. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш недавно ругались из-за того, что Сергей не дарит ей подарки. Лилия рассказала, насколько щедрым был мужчина в ее прошлых отношениях. «Мой предыдущий мужчина давал мне 250 тысяч в неделю, плюс покупал дорогие подарки сразу, как я просила – машину, шубу». Правда, несмотря на это, менять Сергея на более обеспеченного человека она не собирается. Саша Черно отметила день рождения, ей исполнилось 24. Новенькая Алия, которая пришла к Иосифу Оганесяну и была готова поправиться ради него на 20 кг, уже разочаровалась в нем. Саша Черно пишет. Она оказалась очень хорошей, воспитанной и милой девочкой. Слилась она с Иосифа в первый же день, поняла, что у нас искренняя любовь. Бывшие участники проекта Алексей Самсонов, его жена Юлия, а также Аня Якунина приезжали на проект на съемки клуба «Веселых дураков». Они остались в восторге от нового веселого шоу. Катя Жужа устроила на острове конкурс для девочек «Мисс Острова». Победила Вера Курочка. Ведущая вручила ей корону, ленту «Мисс Острова» и выходной в спа-салоне. Аида заняла в конкурсе второе место. Вика Романец вместе со своей подругой сходила в ресторан. В тот самый, где у них с Антоном год назад началась их любовная история. Ольга Рапунцель и Дима Дмитриенко могут делиться теперь фотографиями со своей свадьбы, что они и делают. Дима мечтает о том, что скоро у них будет пополнение в семье. «У нас с тобой только все начинается», – пишет Дима. «Самый лучший в мире груз – это в пузе карапуз. Это лето самое счастливое в моей жизни. Надеюсь, что следующее будет еще счастливее. Мы самая счастливая семья». В сети появилась фотография Бузовой, которую сделали зрители на записи очередного ток-шоу. На нем Ольга выглядит неузнаваемо. После череды пластических операций она стала похожа на трансвестита. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.